Привет, друзья, с вами TikTok Мир. Если вы следите за жизнью нашего канала, подписаны на наши социальные сети, то прекрасно знаете, что сейчас у нас проходит конкурс, посвященный 500 подписчикам на канале в YouTube, канал с видеообзорами, где вы сейчас, собственно, это видео и смотрите. 500 подписчиков у нас еще нет, на момент записи видео порядка 460. Объявили мы конкурс, когда было 400, и условие розыгрыша было очень простое. Розыгрыш подходит к концу, когда мы набираем 500 подписчиков. И напомню, что для участия в розыгрыше вам нужно подписаться на канал, сделать репост этого видео в любую соцсеть, куда угодно. Также заполнить Google форму, где указать некоторые ваши данные. А именно ссылку на YouTube, ссылку на соцсеть для связи с вами и ссылку на репост. Все очень просто, и подарок будет, я думаю, неплохой. В новостях я говорил, что данный подарок имеет такую нотку ностальгии. Знаете, воспоминаний таких некоторых детских. Сейчас я вам покажу. Не знаю, что вы об этом думаете, но мне такие часы очень нравятся. И я бы, конечно, хотел бы себе, наверное, что-то подобное, как воспоминания из детства. Помните, модно была Монтана? Где он здесь открывается-то? О, нашел. Помните, когда модно была Монтана, были модные часы Casio с калькулятором. Вот они, красавцы. Вот, друзья, такой приз у нас будет на 500 подписчиков. Что вы об этом думаете? Пишите в комментариях, не слишком ли я выбрал ерундовый приз, но мне кажется, это просто супер. Модуль 2888, модель DBC321AES. Итак, часы в розыгрыше, я считаю, все-таки интересные. Как все работает, честно говоря, я не знаю. Инструкцию я не читал. Давайте посмотрим на внешний вид и вместе с вами разберемся с часами. Ну, какая тугая застежка. Не сломать бы, слушайте, как она тут открывается-то? Вроде ничего сложного, а не получается. Ничего себе. Такие часы точно на руке не потеряются. Все, я ее победил. Так, что тут у нас? Резиновый ремешок. Мягкий, неплохой. Корпус пластиковый. Кнопки пластик. Задняя крышка железка. На винтах. Что тут интересного? Телемема 25. Я так понял, это можно записать 25 номеров в базу данных часов. Телефонных номеров. Часы, как видите, дата банк называется. 10 лет гарантия батарейки, кстати. То есть сюда можно как записную книжку использовать в качестве записи телефонных номеров. 5-функциональный будильник, калькулятор, двойное время. Сделан в Китае, 13 языков. Русский, кстати, есть. Смотрите, в правом нижнем углу. Супер, сейчас понажимаем, посмотрим, как это все работает. Клипса пластиковая с надписью Casio, очень даже симпатичная. Ну что, перейдем к самим часам. Давайте снимем вот эту пленочку. Потом вернем обязательно на место. И посмотрим на часы. Стекло, по-моему, тоже пластиковое. Кнопочки вы видите по периметру. Как этим всем управлять? Насколько я понимаю, надписи кнопочкам. Режимы, подсветка 24-часовой. Ну, давайте проверим. Меняется, смотрите, буква А появляется. Время здесь настроено. 24-часовой сейчас. Подсветка. Плохо видно, день солнечный. Вон он, светодиод. Сейчас фотографию вам сделаю, покажу. Приятная подсветка, все видно полностью. Насколько я понял, можно поставить автоподсветку, подсветку 3 секунды и выключить звук. Давайте пройдемся по режимам. Правая, точнее левая нижняя кнопка. Так, это что? Это, видимо, база данных. Не знаю, ребят, как все это работает. Ну вот что-то я нажимаю. Телефон. Это не нажимается. В общем, не буду я в этом разбираться. Обладатель почитает и посмотрит, как все это работает. Это база данных телефонных номеров 25 свободно. Калькулятор. Давайте посмотрим. 7 умножить на 5. Если не ошибаюсь, должно быть сейчас 35. Куда нажать? Сюда. Шикарный результат. Классная вещь.
Идем дальше. Кстати, после того, как вы пользуетесь режимами и нажимаете на кнопку «Следующий режим», часы возвращаются в исходное положение, в исходный показ времени. Удобно. Так, база данных, калькулятор, будильников 5 штук, секундомер. А как он работает, как его запустить? А, все стандартно. Как скинуть? Наверное, на верхнюю левую кнопку, да? Так. Секундомер. Это у нас что? Это у нас, видимо, настройка времени. Сейчас у меня... Как тебя настроить-то? Сейчас у меня время 12 часов. Ну, нажимаю. Или нужно нажать на кнопочку 2. Ух ты, супер. Так. Или это мировое время я сейчас настраиваю? Похоже, это я настроил мировое время сейчас. Да, друзья. Значит, настройка обычного времени. Из режима основного времени. Нажимаем и... Так, еще раз. Нажимаем и настраиваем. Нажимаем двоечку. Все. Пятница, 12:39. Вот, кстати, включаем режим AM, PM. Пока не видно, когда час будет, будет видно. И здесь я еще увидел, что можно настроить язык. Давайте попробуем. Переключимся на русский. Так, не туда я что-то нажал. Как это делается, я вообще не понимаю. Кстати, гвоздь здесь 2000-й. Но не буду настраивать. Может быть, на кнопочки надо понажимать? Нет. Может быть, вот сюда? Точно. Смотрите, стрелочка влево и вправо. Плюсики. Можно передвижение делать между, видимо, курсорами и выбором функций. Все, русский язык. Давайте еще раз посмотрим тогда по функциям. Ну-ка, нажимайся. Так, все. Пятница. Давайте год настрою, как-то некомфортно. Так, еще раз. Сегодня у нас... Какое число-то? Так, а как тебя двигать? Сегодня у нас 14-е. Вот так вот. Марта, третий месяц. И 2017 год. Слушайте, прикольно, мне нравится. Знаете, такое ощущение, когда смартфон покупаешь, и потом сидишь с ним пару дней разбираешься. Кстати, да, сегодня вторник, все правильно. Так вот, точно такое же ощущение, когда новый телефон покупаешь себе, новую игрушку, потом сидишь, сутки не вылазишь из нее, примерно то же самое с этими часами. Обалденно. Давайте посмотрим еще раз на выбор функций. Ничего не поменялось. Калькулятор, будильник, секундомер, мировое время. То есть язык, видимо, только показывает название недели на русском и все. На руке часы сидят очень хорошо. Основной размер, на который стоит обратить внимание, это высота часов 50,5 мм. Смотрите, если у вас высота руки вот здесь по этому параметру меньше, чем 50,5 мм, рекомендую воздержаться от этой покупки. Вот, в принципе, и все, друзья. Обзор этих интересных и таких ностальгических часов подошел к концу. Напоминаю, что вы можете их выиграть, если будете участвовать в нашем конкурсе. Поэтому обязательно участвуйте, я думаю, вещи вам понравятся. И я вам честно скажу, не купить ли мне такие же? Скоро лето, шорты, футболки и такая штука. Знаете, привет из прошлого. Я думаю, окружающие оценят. Да и вы сами оцените. Классная вещь, мне нравится. Рекомендую к покупке. И, конечно же, рекомендую выиграть эти часы в нашем конкурсе, поэтому обязательно участвуйте. Еще раз инструкцию по участию в конкурсе я оставлю под этим видео. Напомню, что нужно подписаться на канал, сделать репост и заполнить Google форму. Ничего сложного. Все, друзья, на этом все. Спасибо за внимание. Носите хорошие часы.